выйдет. Во время захода на посадку самолет упал на жилые дома и загорелся. Погибли, по разным данным, от 40 до 47 человек, более 10 госпитализированы. Одна из основных версий случившегося – плохие погодные условия. В районе Тайваня был тайфун, скорее всего, именно поэтому капитан воздушного судна не сумел с первого раза попасть в воду и попытался уйти на второй круг, после чего... Ёпа мать. Там уже это без сознания, точно. Катя Хит, Александр Новикова, но прежде подсечем рыбацкие байки. Со смены министра обороны, и что эта тема сейчас активно обсуждается в украинском правительстве. Боже мой, что с ним? Почему так?